Проект южных земель замышлял обратить нашу гордость против нашего королевства, начиная с крови самой королевской семьи. С большим удовлетворением я могу подтвердить, что угроза была обращена на нет. Ты ему уничтожила целый проект только потому, что твоя дочь сбежала? Тома, пожалуйста, это слишком опасно манипулируя моей собственной кровью, чтобы заставить прайта южных земель предать огласки их намерения разотеть мое королевство. Этого нельзя было и не будем терпеть. Только не мною. Они были нашими союзниками, наши друзья, дружественно мирный соседний прайт, и ты их убил. Потому что твоя собственная гордость была задета. Ты знал об этом в Сараби? Что? Конечно, нет, Тама. А теперь, пожалуйста, успокойтесь и... Но ты знал! Не так ли? Ты мог бы сказать нам, что мы могли бы сделать что-то, что помогло бы им? Тама, послушай меня. Тебе нужно остановиться. Нет. Мы не можем просто позволить ему уйти. Тишина! Я не позволю, чтобы мой прайд был развращен внешними силами. Я буду защищать это королевство с такой силой, с какой это необходимо. Мое королевство не будет за пятна теми, кто недостоин пройду. Пусть это будет уроком для всех нас. Нала, пожалуйста, уведи отсюда других малышей. Давайте, ребята, давайте убираться отсюда. Шрам, пожалуйста, не вини молодых из-за их эмоций, они не... Они уже почти не молоды, Сараби, и должны уже знать, чего от них ждут. Так что на твоем месте я бы напомнила и вам и львицам, там, где должна лежать их вярность. И сделай все, чтобы защищать свое королевство. Я ясно выражаюсь? Да, Шрам. Хорошо, теперь вы все можете уйти. Я ожидаю удовлетворительного убийства в своем логове до наступления темноты. Если вы хотите, чтобы я не обратил внимания на маленькую вспышку там и...